На юго-востоке Украины отмечают годовщину освобождения Донбасса от фашистской оккупации. Сегодня тысячи людей собрались у мемориала Саур-Могила. 72 года назад за эту господствующую высоту шло многодневное ожесточенное сражение. Курган несколько раз переходил из рук в руки. Сегодня фронтовики пришли к монументу, который после войны воздвигли в память об их погибших товарищах. В прошлом году он сильно пострадал во время вооруженного противостояния между украинскими силовиками и ополченцами. Был свидетелем открытия этого памятника. И каждый год, День Победы, День освобождения Донбасса, мы отмечали этот праздник. Очень жаль, что он в таком состоянии сейчас. Очень жаль. Но будем надеяться, что все будет благополучно. Дай Бог, чтобы больше мир был. Потому что за свою жизнь, это же третья война была, вот сейчас. Дай Бог, чтобы потом мир наступил окончательно. Ветераны и жители Донбасса возложили венки к вечному огню. Память павших героев почтили минуты молчания. По всем погибшим отслужили молебен.